27 июня около 5 часов вечера жители Расторгуевской части города Видное увидели задымление и почувствовали резкий запах гари, который распространился по всему Расторгуевскому парку и близлежащим улицам. Причиной дымовой завесы стало возгорание жилого дома на пересечении двух проездов – первого Калиновского и старых Большевиков. Очень сильно все так задымилось, что невозможно дышать было. Мы уже выбежали. Сначала я думала, что это улица Победа, потому что я здешний житель и знаю все улицы. Вот. А подходить близко боялись. Пожарная машина вместе с нами прям буквально подъехала. Через 5 минут вторая, еще через 15 третья, потому что, видимо, поняли, что масштабно. И тут было все, конечно, очень страшно. По словам хозяйки дома Екатерины Куликовой, она почувствовала запах дыма и тут же вышла на улицу. В этот момент вместе с ней в помещении находилось еще 3 человека. Все спаслись, собаки живы, все хорошо. Возгорание произошло на втором этаже. Распространение пламени на близстоящие строения удалось избежать благодаря быстрому реагированию сотрудников МЧС. Почти сразу на месте появились первые пожарные машины. Тушению способствовало и наличие на улице гидрантов. Чтобы устранить возгорание, понадобилось много воды. Хозяева соседних участков благодарны спасателям за то, что те не дали огню перекинуться на их дома. Пожарный моментально, и очень мы им благодарны, потому что сразу к нам пришел один и начал заливать крышу, и вот стену дома, и вот всю зеленку. Полностью ликвидировать возгорание удалось только через 4 часа.